В этой сумке привезли щенков и маму. Они вылезли, залезли, прибежали под забор и стали скулить. Мама скулит и щенки. Три щенка и мама. Люди вообще. Замерзли, бедные, холодные вообще. Кричат. Маленькие. Сейчас мы будем вас сушить. Лапочки такие. Сушить мы вас будем сейчас. Как вас фотографировать, даже не знаю. Вот сейчас я вас. Вот они, бедные. Замерзли, кричат. Сейчас будем вас сушить. Очень выехали все. Еще двух щенков нашли под забором. Неужели люди их просто так выкинули? А? Но эти поменьше вчерашних, вчерашние постарше.